Первый дать давит, слева серый, справа номер впереди отсыли, второй дать один, слева таив, справа рыба, впереди поле. Да, да. А, ну много раз в манеже победим в гранате. Ну только 50 тысяч. Да. А? Ну, хорошо лучше. У меня очень хорошо. Так, добро пожаловать. Вот, наконец-то мы добрались до Елабуги. Открыто первенство Елабуги. Играем в группе А. Первый матч у нас сегодня с командой КамАЗ. Синие. Да, формат маленько не наш, согласен, мы играем в имени, 4 плюс 1. Традиционно, ребята, коллективную кричалку прокачали. Так, стартовый состав у нас Минеев, Афанасьев, Якубов и Гараев, Воротов, Брагин. Афанасьев с мячом. Минеев. Так. Опасный момент возле наших ворот. Минеев, передача на гараж. Брагин, опасный момент. Удар. Брагин на месте, спасает команду. Команда КамАЗ в атаке. Минеев, отлично, на Гараева. Гараев должен увидеть Якупова. Отличная передача на Якупова. Чуть-чуть сильно, не успевает добежать Якупов.
Афанасьев. Сам пошел в угол, выигрыш. Опять фигня пошла. Фигня. Гара, там фигня пошла. Подержите. Подержите. Коля. Судья останавливает игру. Просит игрока КамАЗа завязать шнурки. И первый угловой возле ворот нашей команды. Внимательно. Аут в пользу команды КамАЗ. Минеев с Гаравым, коллективный отбор. Якупов не готов к передаче. Мяч уходит в аут. Гараев, отличный перехват. Минеев на Якупова. Якупов. Гараев должен зацепиться за матч. Мяч, да, перевод на Якупова. Афанасьев. Якупов. Передача на Минеева. Минеев на Гараева. Гараев удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Вратарь касается. Гара, Коля. На дальнюю штангу. Дальнюю. И угловой Коля, в пользу Гара. Команды. Строитель. Иван, отличный розыгрыш. Домашнюю заготовку команда «Строитель» опять продемонстрировала. Пушечный удар Афанасьева пришелся в защитников. Через дом будут играть. Брагина, Минеева, Якупов. Смена в команде «Строитель». На поле появляются Сафин, Шакиров, Карпетян и Загайнов. Шакиров, Сафин, Загайнов. Опасно, опасная срезка. Брагин выходил, подстраховал. Карпетян, Сафин. Отличный розыгрыш. Передача на Загайнова. И Загайнов возвращает назад. Ошибается Карпетян Малик в передаче. Сафин. Загайнов. Отличный обыгрыш Загайнова. Передача. И команда КамАЗ бежит в контратаку. Карпетян. Отлично, Карпетян. Брагин. Чуть-чуть не точно. Отлично. Брагин отпивает. Вместо Карпетяна на поле появляется Колесников. Шакиров. Угловой зарабатывает команда КамАЗ. Ты должен бить сейчас.
Иди. Еще раз. Куда? Миша, иди туда, Таир. Смена в команде «Строитель» на поле опять появляется. Первая четверка. А вот зарабатывает команда «Строитель». Судья просит перебить аут. Минеев все купом на кратке. Гараев бежит. Якупов перехватывает. И аут в пользу команды «Строитель». Брагин с Якуповым на коротке. Минеев. Минеев. Не торопись, Ренат, не торопись. Вот теперь иди. Все, садись в коридоре. Якупов красиво в подкате. Минеев. И на угловой выбивают игроки КамАЗа. Выровнялась у нас маленькая игра. Давай, Гара. Афоня. Якуп на штарт. Все не проходит. Афанасьев, Караев. Брагин. Афанасьев хорошо вступил в борьбу. Гараев на Якупова. Не готов Якупов принять такую передачу. В команде КамАЗ смена. Комментарий излишний, было четко слышно, как судья сказал, кто будет владеть мячом. Вместо Якупова на поле появился Сафин Данияр. Центр на Минеева. Минеев красиво на Гараева. Гараев должен побороться, успеть. Напоминаю, счет в матче пока 0-0. Идет первый тайм. Минеев отличный перевод на Сафина. Сафин удар. И защитники КамАЗа принимают удар на себя. Команды «Строитель». Сафин Данияр должен, да, вступить в борьбу. Отличная передача на Минеева. Минеев на Гараева. Гараев удар.
И в последний момент игрок КамАЗа накрывает удар Искандера. Зарабатываем угловой. Туда, туда, просто, Гара, просто. Афоня здесь. Вдвоем на мяч идет. Аут. Афанасьев выбивает мяч в аут. Смена происходит в команде «Строитель». Не успела смена. Матч закончился. Прошу прощения, не матч. Первый период заканчивается со счетом 0-0. Трансляцию останавливать не буду, потому что тут период идет 12 минут. Смысла нету. Команда КамАЗ уже готова продолжить игру. Команда «Строитель» выходит следующим составом. Брагин, Алан на воротах. Карпетян, Малик. Загайнов, Артем. Минеев, Николай. И Якупов. Начался второй период. Якупов прессингует. Ошибка. Минеев. Выход 1-1. Удар. И выше ворот. Чуть-чуть выше ворот Минеев пробивает. Сразу с опасного момента наши ребята начали. С рук будем. Далеко вперед. Брагин должен быть первый. Отлично. Карпетян в центр на Минеева. Минеев не точно на Загайнова. Подходи ближе. Угловой в пользу команды КамАЗ. Иди, Таир, иди. Быстрее, Коль. Ты еще думаешь, что ли? Коля! Ты еще думаешь? Набей уже слёпер, знаешь. Коля, хоти, Миша. Спокойно, Брагин видит, что мяч уходит. Далеко вперед Брагин выбрасывает до центра поля. На Минеева. Загайнов. Карпетян сильно вперед на Минеева. Рука фиксирует судья. Штрафной в пользу команды КамАЗ. Вратарь, судья показывает, что розыгрыш будет по сигналу, по свистку. Довольно-таки опасный момент. Розыгрыш. Ой-ой-ой, опасный рикошет. Брагин на месте спасает команду сейчас Алан. Пас на Карпетяна. Карпетяна Загайнова. Загайнов назад на Карпетяна. Брагин. Отлично, Брагин. На Минеева. Минеев. Сильно вперед на Якупова. Так, на поле появляется вместо Карпетяна Колесников Радмир. Равная игра сейчас. И КамАЗ побежал в контратаку. Опасно. Оставили одного игрока команды КамАЗ. Так, смена.
смена. На поле выходят Гараев, Афанасьев и Сафин. Чуть поменялась четверка. Брагин, Минеева. Минеев. Более молодец, садись. Минеев. Отличная передача на Гараева. Гараев, удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Сафин Даниэр не успевает добежать, замкнуть эту передачу. И угловой. Спиной к вороту. И команда КамАЗ вынуждена выбивать мяч в аут. Сафин на Афанасьева. Афанасьев на Брагина. Брагин на Афанасьева. Центр на Минеева. Минеев проталкивает на Гараева. Чуть не точно. Афанасьев должен побороться. Очень-очень неточно. Угловой в пользу команды КамАЗ. Ближе серый. Обратно, Миша. Очень сильно и неточно вратарь КамАЗа выбивает мяч. Серый сразу лево. Брагин. Да, быстрее. Нагараева. Быстрее. Афанасьев принимает мужественный удар на себя. Сафин. Минеев. Ай-яй-яй, не, не вовремя Даниэр упал. Удар. Брагин тут видит мяч. Спокойно. Срук. Опять срук просит. Афанасьев. Сильно. Гараев. Минеев. Перехват. Брагин сильно вперед на Минеева. Надо навязать, навязать борьбу. КамАЗ не может опустить мяч. Да, и своим прессингом ребята вынуждают игроков команды КамАЗ выбивать мяч в аут. Минеев Николай прессингует. В центр на Минеева. Минеев. Отличная передача на Сафина Даньяра. Даньяр выходит один на один. И отлично играет игрок. Вратарь команды КамАЗ, надо отметить. Надо отметить такую игру. Достойно парировал сейчас вратарь КамАЗа. Выход один на один. На поле появляется Якупов вместо Сафина. Потеря. Афанасьев, Гараев, центр на Минеева. Судья показывает, что надо вводить аут. Напомню, счет до сих пор у нас 0-0. Идет второй тайм, уже середина. Якупов на Минеева.
Минеев на Брагина. Брагина Афанасьев. Гараев. Афанасьев. Ой-ой-ой, как опасно сейчас. Успел Брагин среагировать, но мяч попал в штангу. Якупов выбивает. Афанасьев, Якупов. И чуть-чуть не прошла передача на Гараева. Но Минеев должен побороться. Якупов. И выход 2 в 1. Команда КамАЗ бежит. Минеев, да, Минеев вовремя успел вернуться. Подстраховал защиту сейчас Коля. Афанасьев. И Гараев побежал. Побежал. Выход 1-1. Гараев, удар. Поспешил сейчас Гараев. Поспешил. Сзади игрок, Гараев. Команде КамАЗ замена. Белые. Вместо Гараева на поле появляется Загайнов. Якупов отлично обыгрывает. Передача на Минеева. Разворачивается на Загайнова. И опять команда КамАЗ бежит. Ой! Спасает штанга сейчас команду «Строитель». Провалилась защита. Перекладина. Аут белые. Минеев, Якупов. Центр на Минеева. Минеев обыгрывает. Удар. Вратарь команды КамАЗ ловит мяч. Вставай, вставай. Коля, ищи. Вперед, Коля. Вперед. Дай ему. Зага. Зага, сужай, Зага. Афанасьев, Минеев. Бери, бери. Удар. Якупов. Зага, Зага. Вместо Загайнова. Вместо Загайнова Карапетян. Ой, опасный момент. Брагин из ближнего угла. Вовремя сгруппировался. Оставил команду в игре. Осталось буквально считанные минуты. Сильный прострел. Удар! Удар! Брагин! Брагин на месте. Брагин в последний момент спасает команду. Матч заканчивается со счетом 0-0.